Почти 1000 пожаров зарегистрировали в Павлодарской области с начала этого года. 23 человека погибли в огне и 225 получили различные травмы. Ущерб, нанесенный возгораниями, составил 279 миллионов тенге. При этом большая часть происшествий приходится на жилой сектор. Зачастую пожары возникают в результате неисправности электропроводки или печного отопления, а также беспечности самих жителей. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, спасательная служба усилила профилактику среди населения. По данным департамента по ЧС области, в регионе начались рейды по местам несанкционированной торговли пиротехническими изделиями. Легальных продавцов товара инструктируют на предмет соблюдения техники безопасности. За два дня сотрудниками полиции было выявлено 5 фактов незаконной реализации продукции пиротехнических веществ. Изъято 36 коробок и 160 штук пиротехнических изделий. Это в городе Кибастузе 2 факта, в центральном отделе в городе Павлодаре 1 факт, в Щербактах и в Железинке. Хотелось бы главное это призвать наше население приобретать данные изделия именно в установленных местах, которые имеют разрешение на реализацию с органов полиции. И, соответственно, сама продукция должна иметь сертификат качества, чтобы избежать каких-то несчастных случаев именно при использовании данных изделий.